Всем привет, с вами команда Cloud9. Сегодня мы стараемся понять и выбрать, кто выйдет в следующую стадию мажора, так что смотрите. Сейчас на 3-0 я чувствую вообще... Это нормально? Рофл? Нет. А нахуй на 3-0 стоят тех, кто, скорее всего, пройдут? Так нет, Пейн просто могут много кого здесь выиграть. Ну кого? Вот этих? И вот эти. Вот так вот я поменял. И экстатиков, братан, и те, и... Вместо Апекса? Экстатик вместо... Не, экстатики... Соу. Мне кажется, на 0-3 могут пойти. Подумайте. Давайте их поставим на 3-0, чтобы мы... Сережа, почему ты их вместо Соу? На импандусской. Не, мне кажется, Соу могут 3-0 быть. На 0-3. Давайте вот так сделаем, Сири. О, сюда экстатик, да? Может, ты на импандус. Да какой нахуй... Можешь Кои убрать, пожалуйста, с 0-3? Почему? Ну, потому что и на импандус туда поставить. Думаешь? Ну это же... Нет, да смотрите, парни. Ну откровенно, вы же понимаете, смотрите. Поставь эстафик, ладно. Поставь Амкал на 0-3, я не знаю. Ой, на 3-0 точнее. Не, я думаю, что 3-0. Не, ну тут из этих... Я вообще Ну не хочется просто поинт портить с 3-0, поняли? На тех, кто, скорее всего, пройдет просто. Вдруг они за руини. Это классика, это понятно. Да, но я бы вот этих убирал с 3-0. Ну да, это точно 100%. У меня вообще там оба. Я бы вот их где-то вот тут оставил. А, там есть куда-то? Нет. У меня на 0-3 стоят Империал. Вот этот... Вот эти хз. Апексы, короче, я думаю, что у них будет, ну, тяжело им будет пройти, короче. Империал показали хорошую игру на РМР, кстати. Легко вышло. Ну, я думаю, что Кой... Они выиграли, знаешь, как 16-2, 16-3, 16-4, 16-5. А Легаси не так сыграли? Легаси потели там жестко. Ну давай вот или Легаси, или этих Кой, нет? Вниз. А еще давай монголов на 3-0 ебанем. Они в какой форме дичайше? Не? Ну а хули? Да нет. Они или 0-3, или 3-0. Я сейчас не уверен даже, что Хероик будет. Ну Хероик так сыграет, я не спорю. Я вот не уверен вот в этих, скажу вам сейчас. Энца? Да не, ну а смысл их куда? Как будто получше, чем Хероик. Братан. Ну есть, окей, есть смысл давать на 3-0 поставить. Ну вот, вот это да. Убирать их нет смысла. Это правильно, чтобы, знаешь, карму... Давай вот так вот, типа, что мы... Ну, не первый, кто выйдет. Давай, первые будут турки. Да, мы за ними аккуратненько. Так, апексов мы убираем отсюда вообще. Мне кажется, монголы пройдут, хз, почему? Короче, мне кажется, Амкал могут пройти. Ну, хуй знает, они так с Найнпанда съебашились там или как выиграли. Монголы могут выйти. Я бы монголов ебанул. Давай, монголов. Верим в них. Сюда, а Фурию уйдешь туда. Давай, Фури можно вниз аккуратно. Фури аккуратненько. В другой низ, по-моему, еще не. Фурия, короче, была по 3-0, а сейчас уже задумалась на 0-3, да. У меня Фури на 0-3 стояла, все нормально. Короче, честно, мне кажется... Ну, поставь Империал. Ну, подожди, ну как, Апекс, мне кажется, Найнпанда с Империал. Мне кажется, китайцы кого-то поборят. А где китайцы? Кого? Они в 0-3 изначально уже, блядь, лежат. Кажется, попадет... У нас оператор, блядь. Мне кажется, им попадется какая-нибудь команда там на 0-2. Короче, я вот этих, я вот почему-то парни думаю вот так. То они там разрывали всех на... Кого? РМР. Кого разорвали, братан, 3-2 вышли. Давай, Кирилл, голос. Выбирай вот. Короче, я думаю, что... Кто выйдет? Да. Амкал? Как будто бы из этих. Апекс? Как будто бы из тех, которые остались, я бы выбрал Апекс. Да-да, но похуй. Я их убрал, уверен. Давай, мы можем вместо Фурии и Найнпанда. Я не говорю, что они пройдут, но просто из этих, которые остались. Я бы поставил сюда Апекс вместо Фурии или Империал, или Найнпанда с Лемкал. Короче. А что, ты в Империал не веришь? Я верю, это я Илюхе про Империал рассказываю. О, давай вот так сделаем. Они могут. Давай вот так сделаем. Нет? Просто Фурия... Не, Фурия пройдет точно. Точно прям? Я чувствую, у меня жесткое чувство только на эту команду. Я же их монголы отрахают. Когда Кирюх чувствует, это плохое. Да, я по монголов стараюсь всем сделать. Ладно, давай подумаем. Проверим. Не, ну Соу 3-0, я, кажется, думаю, нормально. Ну, тоже кажется. Как против кого у них первая игра? Выиграли? Короче, мне кажется, турки могут еще 3-0 выйти. Да, да. У меня есть подозрение, вот честно, да. Турки на 3-0 самый. Энс, короче... Ну, я не уверен. Хочешь вот так сделать? Мне не нравится просто, как Энс играет. Хочешь вот так сделать? Свапнем. Я не уверен, что они выйдут, братан. В общем, прикол. Ну а кто их может? Да в любые, вот их тут как раз таки любые могут выиграть. Энсы, братан. Ну не знаю, не факт. Соу играют с Кой. А, нет, это нормально. Соу играют с Кой первым. А Энс с Империал. Ну, они идеально стоят, кстати. Ну все. А турки с кем играют?
турки с монголами. Блядь, вот это... Ну давай тогда Фурию вместо монголов. А ты на 0-3 поставил статик кого и колда? Фурия с Легаси. И Лонвижн. Алинвижн. Лонвижн. А Фурия с Легаси. Фурию парень на проход не поставить, это ошибка точно. Давай вместо монголов, да? Ну монголов как будто тоже. Ну я бы типа Фурию монголов лучше вместо Апекс типа. Убирай Хероик. Так все, давай убирай Апекс и монголы выигрывают Апексов. Ну нормально. За выход. Так можно, вот так вот еще. Империал. Империал больше это чем Апекс? Я бы конечно на 0-3. Братан, Империал вышли жестче всех с американского РМР. Где? Они Уин, проиграли. Какая разница, ну там же были. Они проиграли. Там, брат, 14 раундов в легенды за 3 карты. Делал. Все, давайте нажмем. Илюха, они проиграли 14 раундов за 3 карты. Мне кажется, на 3-0 мы достойных оппонентов поставили. На 3-0? Я не хотел на Инпанда ставить. Вот, вы уверены, вот просто 3-1-3-2 обсудили Энсов, выйдут они или нет? Обсудили Хероик, Монголов, Империал, Фурию. А Cloud9 почему никто не обсудил, выйдет или нет? Ну это уже обсуждать попозже надо будет, когда играть будет. Не, давай сейчас обсудим еще. Должны выходить. Кейн-план. Шансы что, есть, немного, но есть. На Cloud9 вместо Soul, ну, тогда на 3-0 поставим, но я не знаю, Монгол. Не, Cloud9 на Soul. Меняем, братан, и все. А. Это уверенность называется. Не, давай не будем. Это давай карма, будем. Карма, понял. Никогда не ставлюсь на 3-0. Я по такой логике вообще предикшн не делал. Только в Стокгольме ставил. Там все почему-то бриллианты заработали. В Стокгольме, видишь. Илюх, пора. Надо верить в себя. Все? Ставки сделаны, ставок больше нет? Все, пиксает.